Известный олигарх Алишер Усманов занялся строительством мечети в Ташкенте. Львиная часть работы на объекте завершена, осталась отделка фасадов и прокладка дорог. Очень скоро на месте этих развалин пройдет автотрасса, которая соединит храм с центром мусульманского духовенства в Ташкенте. Для строительства мечети и проведения транспортных коммуникаций властям пришлось снести дома и бараки и расселить тысячи людей по разным районам столицы. Где-то 25 марта они пришли и сказали, что сломаем. И они сказали, что что такое. Они все отпечатали, что у меня, кто здесь живет, кто это. Вот сейчас в данный момент они сломали, только меня они квартиры обеспечили, да? А обещают это моих дочерей. У меня двое дочерей, и они тоже здесь на прописке. Но они живут. Но они мне сказали, что через комиссию все делают. Сейчас они все комиссию создают. И потом они туда пошли, все это, как это, разъясняли. И вот они говорят, что в комиссии они обещают, что нет, это все будет. Однако при раздаче квартир повезло не всем. Наивные жильцы, поверив властям, не препятствовали сносу своих домов, попавших под план застройки. Имущество людей выставили на улицу, изрядно помотали им нервы, а ключей от новых квартир так и не дали. И теперь обездоленные ташкентцы вынуждены искать справедливость в кабинетах столичных чиновников. Даже в аппарат президента писала я. В аппарат президента. Туда пошла, они вернули в Хакимиат жалобу. Поэтому мне пришлось обратиться вплоть до президента. Я обратилась так. Попала в зону слома. Дети и внуки остаются на улице. Остановите беспредел. Ну, сейчас, вот пока еще нет ключей, но ждем. По архитектурному плану строительство мечети должно завершиться к 1 ноябрю этого года. Комплекс рассчитан почти на 2500 человек и после сдачи будет считаться крупнейшим храмом в Узбекистане. Власти уверяют, что собор строится на бюджетные деньги, но ташкентцам доподлинно известно, что финансирует возведение российский олигарх Алишер Усманов. Даже туалет снесли, кладовки там даже не делали. Ну, в пыли, по крайней мере. Скорее только освободите. Куда мы освободим, если ключи от квартиры нет? Вещи вон на улице пропадают, вон в том дворе вещи. А вот Махалинский комитет, вот это крови попили. Сплошь из-за того, что 1300 человек похоронили, ты следующий. Одной ногой в могиле ты уже стоишь. Вот такие вещи. По рассказам местных жителей, олигарх Алишер Усманов строит мечеть в память о 29-летнем племяннике Бабуре Усманове, который год назад трагически погиб в Ташкенте. Наследник бизнесмена разбился на своем спорткаре в центре города. Усманову-младшему многие пророчили большое будущее. Бабур был женат на племяннице премьер-министра Узбекистана Шавката Мирзиаева, который считается одним из преемников Ислама Каримова. Я горжусь, что мои предки – это узбеки. И в моих жилах течет узбекская кровь. До этого олигарх ни разу не прославился на родине благотворительной деятельностью. В Узбекистане имя Усманова больше известно по возведенному им семейному мемориалу на могиле родителей. Отец с матерью, равно как и другие ташкентские родственники известного бизнесмена, похоронены в Ташкенте на старейшем узбекском кладбище Минор, расположенном по соседству со строящейся мечетью. Каждое утро специально нанятый смотритель украшает могилы пышными букетами цветов. Год назад здесь захоронили и погибшего племянника Бабура Усманова.